Дитячі гойдалки, пісочниця з іграшками, багатоквартирні будинки – все це було цілим, до того, як сюди поцілив російський снаряд. Квартира, окна, у кого окна, у кого двери, у кого и окна, и двери. В каждой квартире по-своему. Два балкона сделаны были. Они как, не балкон, ну, облицовка была. Вот мой балкон. В основном соседи прячутся, у нас бомбоубежище. Ну, а мы такие, мы старшие, по 70 с лишним лет, нам 76-78, то мы в этот уже была не была, чему быть, того не миновать. Я когда взрыв услышала в окно, еще и в окно смотреть. Смотрю, летят эти такие арматурины. И меня взрывной волной только хоп и откинуло туда, к стене в кровати. И окно сразу бух и вылетело. Выскочили, все в дыму, хата в дыму, все в дыму, в осколках. Слава Богу, все живы остались. Это самое главное. А это все как-то переживем.